Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы вернулись с вами в Хогвартс, и сегодня мы все-таки рассчитываю найти все оставшиеся жетоны. Итак, куда мы пойдем? Где мы сейчас оказались? Лестницы Хогвартса. Точно, лестницы Хогвартса, точно. Вот здесь мы оказались. Здесь у нас лестницы, все, идем в этом направлении. Значит, сегодня мы должны по-любому найти все недостающие ключи. Почему? Во-первых, потому что их осталось, в принципе, достаточно маленькое количество, если быть точнее, то 3. Ну и вообще надо заканчивать с этими ключами. 1, 3 это у нас 12, минус 8, 4, а 4 это у нас 1, 2, 3, 4, это что-то двухголовое. 4 это у нас что-то двухголовое, это вот-вот... Подожди. Подожди, не понял. Это не двухголовый, это... Какая... А, это сова, сидящая на ветке, твою мать. Так, 13... 21, это у нас что? Восемь. Ладно, что-то я затупил. 8 минус... 3... 5, 5 это краб. Я правильно, надеюсь, посчитал, да? Что у меня сегодня с математикой... Да нет, все, ладно, нормально. Притупливаю немножко, но в целом хорошо. Высокий фальшпол, допустим. Так, подожди. А вот это интересно. То есть я прошел по узкому коридору, и меня заставляют опять подниматься либо вверх, либо опускаться вниз. Ну, допустим. О, а здесь мы еще, кстати, не были. Здрасте. Это что такое? Чтобы попасть в гостиную Коктеврана, нужно, используя логику и рассуждение, решить довольно эзотерическую загадку, которую задает дверной замок с изображением орла. Бляха, я надеюсь, там не шкаф находится. Потому что я сюда попасть не могу. Блин. Ну, кстати, это первая гостиная, которую мы встретили вроде как. За исключением нашей слизериновской, конечно же. Коктевран. Окей, допустим. Здрасте. Здесь я был. Сюда я не хочу. Нет, спасибо. Блин, так, подожди. Если там есть что-то за дверью, значит, я туда могу попасть. Но как? Но как? Видимо, дальше по сюжету мне разрешат еще и в другие гостиные факультетские заходить. По крайней мере, я на это рассчитываю. Вот здесь проход тоже, ведь, наверное, не просто так, да? Может, за картиной еще проход какой-то будет? Инфа не сотка, вообще ни разу не точная. Так, это ладно. Это денежка. Это котик. Это замочек. Бляха, это что, шкаф за замком? Сука! Это шкаф за замком! Это шкаф за замком! То есть, получается, смотри, вот здесь проход одноглазой ведьмы, где-то здесь надо будет запомнить. Здесь есть шкаф за замком. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опа, это спальня Гриффиндора. Этот портрет охраняет гостиную Гриффиндора. Требует пароль от любого, кто хочет войти. Известно, что она и ее подруга Виолетта бродят по другим портретам, периодически прикладываясь к стоящим там чанам с вином. Детижа, пассатижа. Вот это какая боль.
Что? Ты слышал это? Внизу, внизу шкаф есть. Внизу есть шкаф. О. Lumos. Это я куда? Охренеть, не встать. Так, подожди, подожди, подожди. Это меня куда выплюнуло-то? Где-то здесь. Нет, ты меня обратно верни, слышь, жаба. Спасибки. А вы что все такие музыкальные это? А, я понял, где это. Так, а вот с этим я теперь... Собака, что ж с тобой делать-то? Ага. Во! Хорош, это кнопка, короче. Так, Виолетта, если придешь раньше меня, сделай одолжение, возьми нам еще медовухи. Кажется, у кого-то из коридора на четвертом этаже есть другая рама как раз в местечке с хорошим запасом. Окей. И тут зеркало, кстати, спрятано. Опа. Подожди. А как к тому шкафу-то пройти? А, вот эта дверь. Подожди, ты шкаф, не шкаф? Нет, это не шкаф. Немного не понял. Вот это что такое? Это не шкаф. Но здесь где-то есть ключ. Вот он. Вон. Вон он, падла. Вопрос, как мне попасть туда? Вопрос, как мне попасть туда? Это немного левее. Так. Бляха. На метле здесь летать мне нельзя. Как же мне туда попасть? Блин. Получается, за счет этих замков я не могу пока что собрать все... Да ладно. Вниз я туда ходил. Ёжики в тумане. Я знаю, что там записка. И здесь я вниз вроде как уже ходил. Или не ходил? Ну что, такая-то сильно длинная лестница. Может, и не ходил. А, нет, ходил. Так, а как мне тогда туда пройти? Неужели мне туда без замка никак? Бляха, так это получается нечестно. Вот смотри, вот я здесь прохожу. Why the students always frown?
Ревелио. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Я уже знаю, где два шкафа, до которых я не могу дотянуться. На секундочку, два из трех. Опа. Lumos. Repairer. Lumos. Подожди, а что мне с этим шкафом тогда сделать? Expelliarmus. Confringo. Defendo. Incendio. Это не работает, и это не работает. А какой у меня еще есть заклин... О! Нет. Интересно. То есть в теории на него можно наколдовать какую-то дичь, но какую? Ха. Ах ты ж, а что ты за собой прячешь? Ясно. Бляха, как много загадок. Так. А здесь есть проход? Блин, как мне туда-то попасть? Погоди, а верни меня обратно. Так, я здесь зашел, да. Тогда остается только третий сундук. С этим шкафом, возможно, связано какое-то заклинание, которого у меня еще просто-напросто нет. Как вариант. Вот туда мне как? Ревелио. Меня ключ даже отсюда чувствует. Ну вот он, вот, 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 буквально вот он. Вот он, собака, скотина, тварь. И там достаточно большая территория, то есть, по идее, это не должно быть... А, это гостиная Гриффиндора. Слушай, а что если три последних ключа... Что если три последних ключа... Они находятся в гостиных каждого из факультетов? Ты издеваешься? А можно к тебе... Нельзя к тебе обратиться, да? Интересно, что там делает Виолетта? Пора бы мне передохнуть от этого портрета. Ну, передохни только, открой, пожалуйста. Ну ты мразь. Так, и что? Никто в своей гостиной не ходит, получается, да? Ой, бесполезная. Так, ладно, хорошо. Я понял. Это я все здесь осмотрел. То есть, получается, последнее это у нас южное крыло. Больничное крыло. Я там еще не был. Внутренний двор часовой башни. Возможно, они не соединены. Либо мне туда пока проход закрыт.
Так, ладно, ладно. Ага. Вот смотри, вот сюда наверх мне как попасть? Летать здесь нельзя. Здесь замок. Но там зеркало и сундук, не особо интересно. Здесь замок. И скорее всего лестница наверх. Здесь сундук, сундук. Какая-то загадка. Какой-то единорог. Интересно. Единорог. Подожди. А, мне вот эту хрень надо как-то... Слушай, ее, наверное, не сдвинуть надо. Возможно, сюда надо что-то поставить. То есть, когда вот этот вот маятник находится вот там, возле, над значком единорога, двери начинают открываться. Ага. Так, а что если... А мне на них нечего поставить. Какая нужная дверь. Как-то можно сюда наверх попасть. А. Ах, ебать. Так, ладно, это не считается. Не считается все. Это не нет, это... Ладно. Как-то можно попасть в больничное крыло. Но как? Вот этот коридор, который мне необходим. Он не показывает, сволочь, что внутри. Опа, опа, опа. В данный момент приземление невозможно. А, ну и здесь в целом дверей нет. То есть это вроде как бы крыша, но... Она не играбельна. Не интерактивна. И как же мне попадать туда, куда нельзя попадать пока что? Как я должен попасть в больничное крыло? Возможно, дальше по заданиям. Ладно, хорошо. В целом я вопросов не имею. Мы обыскали все, что хотели. Дальше уже никак. Сообщите профессору Фигу, что вам удалось обнаружить. Раздобудьте ядовитую тентакулу, испытайте ее в деле. Раздобудьте мандрагору и испытайте ее против нескольких врагов одновременно. В целом это мне где искать? Мандрагору вот эти вот ваши всякие. Вырастить вряд ли. У меня семян нет. Наверное, купить... Слушай, наверное, да. Наверное, тупо купить. Ну-ка, Хоксмит. Свежих продуктов, семян, удобрений. Да, давай сюда сгоняем. Блин, получается, ключики-то не достать. Я еще и третий не нашел. Два нашел, и один не нашел. Бляха.
Но там часть замка закрыта. То есть, получается, в больничное крыло нам не попасть ни так, ни сяк пока что. Это, конечно, плохо. Дружище, привет. Чё почём? Листья бадьяна, стебель побег. Подожди, что-то не то. Не понял. А где мне это тогда покупать? Особых товаров? Клюв и хохолок? Ну давай сюда сходим. Так, здесь примерно широкий выбор сортов чая, кондитерских изделий. Сладкое королевство. Три метлы. Магазин приколов. Кабанья голова. Ну, в целом все. А, вот здесь еще. Старый глупец. Обязательно надо сходить. Магазин растений со всеми видами магической флоры и семена. О! Тимофилы и поганки. Сюда, я думаю, что мне, скорее всего, надо сходить. Мне что надо? Ядовитая тентакула. Раздобудьте ядовитую тентакулу. Ну, есть у меня такая. А что она делает? Етижа, пассатижа. Ладно, хорошо, понял, не трогаю, все. Так, ладно. И получается, надо мандрагору раздобыть, испытать против нескольких врагов одновременно. Ну, это в запретный лес можно сходить. И, в принципе, сделать это без каких-либо проблем. Здрасте. Да ну ёшики. Не ори на меня. Ваши ячейки снаряжения задаты. Бляха. Давай поторгуемся, слышь? Здравствуйте. А, здравствуйте, извините, я никак не успокоюсь. Пришлось отругать некоторые растения за то, что они плевались и кусались. Наверное, я сама виновата. На одном поддоне им вчетвером как-то тесно. Кстати, меня зовут Беатриса Зелень, но вы можете обращаться ко мне, мадам Зелень. Не. Добро пожаловать в Тимофилы и Поганки. Поосторожнее с мандрагорой. О, мне, кстати, нужна одна. Так много мне бы и не понадобилось, если бы не постоянный спрос на противоядие. А еще проклятие, конечно же. Ну, если вас парализовало, очевидно, вы обратились по адресу. Так что поосторожнее с мандрагорой, постарайтесь не разбить горшки. Не то станете следующей жертвой. А у меня совершенно нет желания сегодня прибираться. Так, так, что вас можно купить? Давай посмотрим для начала, что можно продать. Можно. Можно. Ага. А это почему нельзя? А, уровень неподходящий. Ну так это, в принципе, ж говно. Так что хоть подходящий уровень, хоть неподходящий, в принципе, насрать. Шмоток интересных уже нет, поэтому продаем все подряд. Ой, чихну. Прошу прощения. Чихнул так чихнул. Так, во, купить мандрагора. Семена? Не, это я не хочу, спасибо. Спасибо большое. Так, мандрагора у меня получается есть, мне надо ее испытать против нескольких. Сразу врагов. И раз уж мы тут, давай пойдем купим себе вот сюда магические рецепты всякие разные интересные. Какой-нибудь стол бомби... А, у меня семян нет. Блин, семена-то я не купил. Ну ладно, это потом.
Это мы сделаем. Посадим себе китайскую капусту, мандрагоры, это все сделаем. Нам нужны и большие горшки, и средние горшки, и малые горшки, и что нам только не надо. Для зелий нам тоже вот это вот всякое разное надо. Сейчас посмотрим, на что у нас бабла хватит, на какие рецепты. Здорово, 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 здорово. Так, смотри, а кормушка для тварей нет, игрушки для тварей нет, место для нарезки. Способность наколдовать места для нарезки. Этот стенд периодически производит побочные продукты в виде растений. Возьмем. Компост нет. Стол для горшков с большим горшком. С двумя большими горшками. Тут пошли средние. С тремя средними. С маленькими горшками. С пятью маленькими. Стенд для зелья варенья. Самый дорогой это получается... А буду я пока зелье варить? Пока не уверен. Давай мы купим вот всякое для тварей какое-то непонятное. Короче, все подряд будем покупать. Но возле компост, да. С большим горшком, с двумя, со средними горшками, с двумя средними горшками, с тремя средними горшками, с тремя маленькими. Все, хорошо, ладно. Так, что-то мы сделали. Да. Так, теперь мне надо найти где-то кучу врагов. Кучу врагов. Карта Хогвартса. Здесь типа отмечается, что есть какой-то второстепенный... О, гонки на метлах. Бляха, я чуть не забыл. Мне ж надо еще погонять, как чумачечий. А, запретный лес это здесь? Это здесь. Гробница. Сюда нет телепорта. О! Поехали сюда, сгоняем. Там что-то опасное, походу. Будем рвать и метать. Нас сейчас обучат, по идее, мы сейчас выполним задание, нас обучат заклинанию Вингардиум Левиоса. То есть не просто Левиоса или Левиоса, а Вио... Ебать вас тут. Я думаю, без разницы, на ком испытывать, да? В целом. А где зачищать-то я что хотел? А, о, здесь целый замок. А, я вспомнил. Попадите в тролля его собственной дубинкой, удерживайте двух врагов в воздухе в течение 5 секунд, поймайте и бросьте отобранное оружие. Так, для этого мне надо что-то, какое-то другое задание. Это задание. Так, подожди, подожди, подожди. Заклинание другое нужно. Это я не понял. Perhaps not the best place to be caught alone. Ой-ой-ой-ой. Притяните двух врагов одновременно. Ох, нихрена, я чего умею. Да, прекрати, больно же. Ага. Притяните двух врагов одновременно. Так это акцио. Разве нет? Акцио уже притягивает. И у меня вроде прокачано, чтобы я сразу двух притягивал. Да, не-не-не, здесь не, не здесь никого. Ох ты ж! Раз, два, три. Нет, не так.
Попадите в снайпера, используя, запустите цель в другого врага при использовании заклинания Депульсо. Депульсо, это у меня какое заклинание? Его я волшебник. Ой. Какой я волшебник, офигенный. Даже заклинаний своих собственных не знаю. На. Ох, вот это бомбануло, рвануло. Так, ну-ка давай. Допустим. Подожди, стой. А здесь вот есть какой-то вот ящик, он мне тут зачем? Ох, бляха. Куда-то залезть? Ну куда и зачем? Руины Корал. Так, подожди, что-то я очкую. Мне кажется, я могу огрести в них по самой не балуйся. А где еще? Ох, у них ни хрена себе. Так это... Так. А ты как это без меня-то? Не надо спеллкастинг. А, стой, подожди, а я могу? Во, притянул одновременно двух... Поднимите в воздух одновременно двух врагов. Во, есть. Попадите в снайпера при использовании заклинания остолбеней. Но это надо, чтобы снайпер в меня стрелял. А, так подожди, а я снайпера ж не умею отбивать. Но я могу кинуть не в него же, его же оружие. Опа. А где он? Ах ты, падла. Так, это не пробивает. На. Хорошо. Есть тут чего? Бляха, там внизу где-то есть. Какой охеренный перекат. Да, ну прекрати. Тихо. Это кто такой? Боевой тролль. О-оу. А его древняя магия не берет. Ты что, дурной? Ай! Что такое? Да ты в смысле? Встань, блядь. Охренеть. Хорош. Козявки тролля. Победить пятерых троллей.
Он, кстати, мне еще немного не по уровню, но я его, тем не менее, ага. Ну, я просто мощный. Я прям вообще знаю, что делаю. Аж самому смешно. Так, ладно, где перчатки? Ну-ка, давай мне новые перчатки, прям охеренно. Так, это на 4, это на 5. Ну, пусть будут перчики. Плевать. В целом, что тут есть еще интересного? Здесь у нас все. Ну, я, кстати, еще не всех... А. Ты что? Ты что, дурак? Так, ну-ка. Хорошо. Я еще не зачистил, получается, эту территорию. Здесь где-то есть еще враги. Потому что, во-первых, не считается зачищенным. Во-вторых, я не забрал главный сундук. С драгоценностями. Разрез номер 2. А, все, уже все, зачистил. Разграбил. Во, разграбил, но не зачистил. А где еще один дурачок остался? Подожди! У меня не тот комплект заклинаний. Ой, как хорошо его же топориком. Величайший маг. Что-то там про Ранрока сказал. Не знаю, правда, к чему это было. Погоди, а что за ущелье? В какое ущелье я тут могу спуститься? Посетите занятия по травологии в течение дня. Но это я успею. Просто если бы мы сюда зашли, так, ну как бы... И этот грот, ущелье, не ущелье, где это? Вот. Руины Короу. Зачем? Это оно? Так, ну здесь явно есть сокровища, аж целых 3 монеты. Что? Кто тут? Какой Люмус? Ты что, дурак? Хорош. Где ты, падла? Закосплеил Халка против Локи. Ну нет. Ёб вашу мать. Эти замки уже начинают бесить так-то. Опа. Так, я могу туда, а могу сюда. Здрасте. Темная шляпа для защиты от солнца. Великолепно. Это то, что мне... Ну, ладно. Чуть попозже. Мне, в принципе, до 22-го осталось вроде всего ничего. Поганки какие-то. Бляха, да куда тут идти-то? Ой, нет, здесь как-то... Победить врага с использованием... Петрификус Таталус? Цель в другого врага с использованием заклинания Депульсо. Депульсо — это у нас толкать. Это вот это Депульсо. Да. Давай тогда вот так вот сделаем. Запустите горящую цель. Он горел? Бляха, не сработало. А какую горящую цель имелось в виду? Ну я ж его поджег. Поджег другана, и другана запустил одного другана, другого другана. Не сработало. Вот ты сука. Так, ну...
Давай вот так. Петрификус Тоталус. Сейчас мы этот Петрификус затоталим. Смотри, учись. Это раз, Петрификус. Это два, Петрификус. Опа, 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 опа. А я ж невидимый. Сейчас я их обойду с другой стороны, погоди. Запустите цель в другого врага с использованием заклинания Депульс. Запустите цель. Не, я примерно понимаю, что это значит, но я не понимаю, почему оно не работает. Что-то я включил, что-то и зачем-то. Тихо-тихо-тихо-тихо. На, дружище. Да почему оно не работает-то? Подожди. А не работает. Во, все, попало. Да ты собака. Да почему не работает-то? Все, победил. Я стараюсь комбинировать, просто это не всегда получается. Я еще и в кнопках малеха путаюсь. Прям самую малость. Ага. Я что-то запустил, я пока не понял, что. Но я обязательно... Ага, это обратно я вернулся. Так. Какой-то механизм запустил. Но опять же, зачем? Как? Это я... Неизвестный предмет. Фига, я молодец. Прикол. Так, ладно. А это я куда? А чё ты... Как-то слишком большое помещение. Опа, 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 здрасте. Кто-то орёт. Кто-то где-то орёт, возможно, там в дырке. Да, вон они, сволочи. А, так там и наверху. Твою мать, мы сегодня на урок не успеем. Тихо! Ай! Да ты ж... Сука, подожди.
А, хрен пробьешь, типа, да? А как тебе такое? Просто молнию под землей не ожидал. Собака, пес. Ну я ведь так умею. У меня, кстати, один талант появился. А, нет, я не получил 22. А, сука. Рано радовался. Ревелио. Хорошо. А это что за дверь? А, это камера. И это камера. И это камера. А это дверь, и это не дверь. Нет, ну за ней ничего нету. Интересно. Значит, мне надо чуть-чуть повыше. Бляха, какие большие тут помещения нынче. Во! А, я, наверное, запустил... Ух ты ж. Используйте дуэльную комбинацию заклинаний, обезоружьте врага. Дуэльную. Да ты тихо! Да ёб вашу! Ебать вас тут как много. Сюда ходи. Ух, хорош порез ушел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пергит? Что за пергит? Кто тут такой пергит? Хорошечно. Ай, да больно же. Подождите, пацаны. Это я не умею блокировать, я понял. Вот это я умею. Ну-ну-ну, ты что ж, ты ж. Ай, ну у него ж Левиоса, поляха. А, не готово, подожди, дружище. Ляха, что ж ты режешь-то? А, так это еще надо, чтобы... Чтобы меня не били при этом. А, не, мне не сделать это. Комбинацию из 30 ударов? Я ее никогда не сделаю вот так вот просто посреди боя. М-м. Неизвестный легендарный предмет. Это хорошо. Это очень хорошо. Это мне нравится. Опа, талант. Новый, это мне тоже нравится. Так, таланты. Заклинание Дефинера прорезает врагов насквозь. Конфринга. При использовании конфринга выпускает небольшие огненные снаряды, которые сами наводятся на врагов. Но в целом это удобно. Темное искусство. При победе над проклятым врагом вы восстанавливаете свое здоровье. Ой, вот это прям вообще хорошо. Ключевые. При успешной блокировке с помощью протега заполняется декан древней магии. Добавляет новый комплект. Еще один, четвертый. А, вот он, значит, где был. При использовании основной законодательной... Индикатор, понятно. Идеальная протега выпускает наносить...
наносящий урон взрыв, который при этом пробивает щиты. Вот это, кстати, круто. При попадании по врагу остолбенение наносит прямой урон. А до этого был кривой, что ли? При успешном уклонении от неблокируемого атак заполняет... Ага, я понял. Враги, пораженные заклинанием столбеней, дольше остаются оглушенными. Блин, знаешь, что было бы неплохо? Если бы протега защищала бы от любого заклинания абсолютно. Так, это я не хочу. Выручай комната. Это прям вообще неинтересно. Давай тогда, наверное, возьмем, чтобы мы подлечивались. То есть над проклятым врагом мы, когда одерживаем победу, у нас будет восстанавливаться часть здоровья, что круто. Так, мне надо будет шмотки какие-то разгадать еще. А где что-то хорошее? А, и здесь 60, да? Ну, в принципе, без разницы. Ладно. Так, где шляпа-то моя? Ага, интересно. Если чего нет. Бляха, 22 из 24. У меня уже полностью почти снаряга заполнилась. Офигеть, не встать. Так, бой. Серебряная защита от гоблинов. Так, а чё мне от них прятаться, от этих гоблинов? Хорошо. Ну, по боевке мы тоже неплохо в целом справились. Грабанули их склад. Ага, там где-то еще наверху что-то есть. Посмотрите-ка, какие мы. Вот это здравствуйте. Статуя жмура? Жмура? Статуя жмура. Ебать, вот это находка, конечно. Так, ну в целом все. Получается, здесь я нашел все, что... А, нет, не все, что хотел. А как мне туда? Ревелио. А, я вот еще наверх туда никак не смог попасть. Потому что... сука, тут же еще замок. Ёб твою мать. Rebellion. Вот мешок. А там за... Ага. Нет. Ну, допустим, это ладно. Ты чё? Взял, все разломал. Блин, ну вот это обида, конечно. Здесь, кстати, карта не открывается, что самое интересное. Rebellion. Так, ну ладно, пойдем тогда. Здесь нам ловить в целом больше нечего. Ладно, пойдем. Северный Хогвартс. Карта не открывается, это значит, и тпшнуться отсюда нельзя. То есть, если огребаем, то огребаем по полной. Обидно. Ну, слушай, на урок зелье этого мы в любом случае еще успеем сходить. Карта Хогвартса. Поехали сюда и сюда. Сейчас быстренько посетим урок. И должны выучить заклинание Вингардиум Левиоса. Да, то есть это не только поднять в воздух предмет, но и управлять им. Возможно, даже гоблинами и людьми в том числе.
А, ну пойдем попробуем. Ну, по сути, здесь боевых заклинаний надо достаточно большое количество. То есть это надо и первый сет иметь, и второй сет иметь, и третий, и четвертый. То есть здесь четырьмя заклинаниями в битве не то чтобы обойтись. То есть там толкнуть, здесь его наоборот к себе подтянуть. Там надо, чтобы его вверх в воздух поднять. Вообще в целом нужно просто заклинание, которое будет пробивать щиты. Любые. Тогда, получается, все остальные заклинания уже не будут иметь такого смысла. Потому что, видишь, желтый щит пробивается Левиосой, красный, фиолетовый щит пробивается Акцио и так далее. В смысле? Да ёб твою! Где? Подождите. Да. Спят все, я что должен сделать? О, здрасте. Так, это пекинская капуста. Китайская. Пекинская, китайская? Бляха, я забыл, какая это капуста. А если эта капуста кому-то палец отгрызет из учеников? Ну серьезно, ему вырастет новый палец? А, на этом я теперь сейчас тренироваться буду, да? Ну давай. Все ваши задачи выполнены, профессор. Рада это слышать. И профессор Уизли тоже будет рада. Я обязательно сообщу ей о ваших успехах. Спасибо, профессор. Профессор Гекат сказала, что обучила вас Левиоса, поэтому вы должны быть готовы к освоению более сложной версии заклинания левитации. Заклинание Вингардиум Левиоса требует некоторой сосредоточенности и плавных, грациозных движений волшебной палочкой. Попробуйте-ка. Поехали. А как это я первый... О, нихера себе, я что, просрал? Вот это новости. Так. А, все. Да, ну... ПВКУЕ? ПВКУЕ вот этими буквами? Ты что, дурное, что ли? Где у меня Вингардиум Левиоса? А, его отдельно нет. То есть это, в принципе, то же самое, да? Нет, не работает. Да, в смысле, не понял. А где? А, вот она. Это крутить? А. Все, я понял. Я понял. Отличное заклинание. Немножко бесполезное, но отличное. Хорошо. Расскажите профессору Фигу. Ну, профессору Фигу я сейчас рассказывать не буду, все просто потому, что этот профессор Фиг скажет, а пойдем-ка посмотрим, а я такой, а, сорян, братан, а времени нема. А вот знаешь, куда мы точно сходим? А, мы сейчас сходим... Так, это за выполнение задания мне дали. Мы сходим быстренько в выручай комнату. Вот куда мы сходим. Где у меня секретная комната, выручай комната. Сможем быстро наколдовать и кое-что расшифровать. Ну так, чисто по бырику, чтобы в следующий раз ничего времени не терять. Смотри, вот здесь. Нет, не здесь. А, подожди, стол вот этот вот хочу. Опа, есть. И притом две шмотки, кстати, даже хорошие. Повышает скорость заполнения индикатора древней магии. Но я теряю 8 в нападении. Да насрать. Так. Повышает урон от мандрагоры. Насрать. Снижает урон, полученный от гоблинов. Давай. Вот это мы возьмем. Вот это мы возьмем. А про мандрагору это в целом неинтересно. Неинтересно. И мне, получается, надо задание, заклинание, которое умеет создавать всякую... Опа. А что у меня такое? Зелье максима. Спасибо. 10 лунных камней. Спасибоньки. Так, и давай вот так вот. Опа!
Смотри, я могу сделать... навозный компостер. Да, я навоз буду с помощью удобрения делать. Вот так, раз. А, он сам делается. Прикол. Так, наукообразное место для нарезки. Тоже что-то само делает, растения какие-то. Хорошо. И здесь... А, ну это статуи. А все, больше ничего нет? Я ничего не покупал больше? Странно. Кстати, а это помещение я почему-то менять не могу. А, я догадываюсь почему. Потому что у меня нет вот этого заклинания. Да. А каких других целей? Ты охерел, что ли? О, вот так лучше. А, это уже поменено? Да ладно. С каких пор это? Вот так это в моем стиле, так красиво. А, ну и так зеленое по умолчанию. Зачем я постоянно все меняю на зеленое? Давай убежусь. Да. Ладно, понял. Но я не могу не поменять это уже. А, нет, смотри, не все, оно по умолчанию зеленое это. Так, стоп, а это как это? Тихо-тихо. Стой, тут можно еще выше? А, еще... А, точно, купол же этот. О. Блях, опять я залип в этой херне. Да что ты будешь делать? Ну, это случайность. Так. А, это купол. А это вот эта хрень. Да, это вот эта хрень. Так, ладно, хорошо, эту стену мы поменяли. Пол это мы уже поменяли. Мебель пусть пока остается, как остается. Так, ты. Хорошо. Отлично. А вот добавили тоже вот эту вот хрень. Ну, она ж вообще в целом не нужна, но такая залипательная. Так, ты иди сюда. Хорошечно. Ты сюда ходи. Сюда немножко. Что тут еще? Да, ежики в тумане. Когда это уже все закончится-то? Ага, пол уже обмененный. И осталось немного стен. Но я все равно не понимаю, почему нельзя сразу сделать общий дизайн для всего. Я понимаю, что есть как бы возможность, да, вариативность, что одна стена будет одного дизайна, другая стена другого дизайна. А если я хочу все в одном стиле сделать? Вот как освещение, я ж могу менять только целиком полностью его. Все, вроде все переделал. Во, теперь красиво. Хотя бы все в одном едином стиле. Так, все, надо заканчивать, короче, а то я что-то засиделся. Продолжим уже непосредственно в следующий раз. Только пока, подписывайся на YouTube-канал, на Telegram-канал, на Boosty, пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр. You